4 золотые медали привезли наши спортсмены с традиционного регионального турнира по боксу класса «Б». Соревнования проходили в городе Железногорске. На ринг вышли боксеры из Якутии, Бурятии и Иркутской области. Наш город представляли 14 юношей. На хорошем уровне турнир, и чем приятнее было выступить нам и выиграть 4 золотых медали. Это у нас выиграл Грудинин Алексей, спортклуб «Сибиряк», Григоренко Евгений, спортклуб «Сибиряк», Шевчук Денис, тоже спортклуб «Сибиряк», и Игнатьев Дмитрий. Турнир в Железногорске был для ангарчан генеральной репетицией предстоящих областных соревнований. Они пройдут в нашем городе 14 февраля на ринге спортивного комплекса «Ангара».